Сегодня начинаю давать девочкам АСД и в корм, и в виде питья буду давать на протяжении 5 дней. Пришло время пропаивать кур АСД. У меня 3 мл препарата, я уже набрала в шприц. Растворяю в 10 литрах воды. Добавлять буду эту воду в корм, и также будет как вода для поения. Период пропойки 5 дней. Сегодня попрохладней, но мы все равно будем гулять. Да, девчонки? Давайте я вам там открою. Плавал. Не открывается. На улице минус 3, у девчонок плюс 8. Поэтому я спокойно их выпускаю гулять. Гулять выпускаю на целый день. У них открыта будет дверца. Они смогут ходить туда-сюда, как им будет удобно. Если вы греете кур, подогреваете их зимой и держите температуру свыше плюс 15 градусов, то, конечно, к таким прогулкам, к зимним, нужно подходить с осторожностью. Нужно птицу приучать к ним постепенно, по несколько часов в день, в хорошую, солнечную, сухую, безветренную погоду. Но я птицу не грею. Я считаю это лишним. Это чисто мое мнение, которое подходит для нашего климата. Никого, конечно, не переубеждаю, но и не учу. Просто делюсь своим опытом. Вот сегодня они уже выходят намного лучше на улицу. Более радостно. Мы им сегодня еще сделаем забавный аттракцион на улице. Опа. Так что все будет хорошо. Давайте, двигаемся. Такие прогулки, конечно же, положительно влияют и на яйценоскость. Птица увеличивает яйценоскость, потому что она не засиживается в помещении. Ну и как-никак, улица, свежий воздух, солнышко, когда есть. Все это позитивно влияет на здоровье птицы. Проголодались за ночь, да? Все, у птицы открыто 2 входа. Они самостоятельно уже будут регулировать свое время пребывания либо на улице, либо в помещении. Сквозняка нет, поэтому допустимо открытие 2 выходов. О, у нас уже есть яйцо. С утра снесли. Пока одно. Так, девочки, кушайте. Сейчас я вам принесу аттракцион. Очень хорошо, когда площадь в курятнике позволяет подвешивать овощи, капусту, кукурузу, возможно, какие-то другие овощи в самом помещении. Но у меня площадь курятника это не позволяет. Поэтому я буду делать это сейчас здесь, на улице. Капусту они у меня едят. В таком виде еще пока не ели. Будем надеяться, что их это заинтересует. Невысоко. Ну, так, давайте пониже чуть-чуть. Все, девчонки, развлекайтесь. Главное, не повесьтесь сами. Вот вам капусточка. Так как в зимнее время птица ведет малоподвижный образ жизни
и может зажареть, для них чудесный аттракцион в виде капусты. Посмотрим, что из этого выйдет. Хочу сегодня приготовить лапшу, потому что дома из гарнира, кроме картошки, ничего больше нету. Готовить буду из обычного пельменного теста. Мне понадобится мука 2 стакана, полстакана холодной воды, одно куриное яйцо, пол чайной ложки соли и 2 столовые ложки растительного масла. Все ингредиенты я просто смешиваю в чаше планетарного миксера. Как хорошо, что мы живем век цивилизации, и сейчас практически своими ручками ничего не приходится делать. Вся бытовая техника за тебя просто все делает. И тесто замешивает, и тесто катает. Лапшу буду делать с мясом и овощами. Что-то наподобие лапши вок, но у меня почти нет соевого, поэтому будет такое. Импровизация. Все, замешиваем тесто. Тесто получается эластичное, мягкое и очень легкое в работе. Готовое тесто я просто оставляю отдохнуть на столе минут на 20-40, прикрою просто сверху тарелкой и пускай отдыхает. Решила приготовить сдобные булочки, поэтому для этого мне понадобится, ну, естественно, мука, растопленное сливочное масло или маргарин, я использую маргарин, молоко, у меня сыворотка, потому что молока в доме нету, дрожжи, соль, ванилин, сахар и яйца. В общем-то и все. В чаше смешиваю дрожжи, соль, сахар и подогретое молоко, ну, в моем случае это сыворотка. Немного все соединили, теперь добавляю яйца, добавляю муку, ваниль и масло. Вымешиваю тесто. Готовое тесто я оставляю подходить в теплом месте, сверху просто накрою крышкой. Тесто очень хорошо подошло, просто великолепно, поэтому приступим к формовке булочек. Не знаю, почему-то тесто получилось немного липкое, возможно, зависит от муки, потому что муку я сейчас использую другую. Ну, посмотрим. Это не та мука, которую я использую обычно. Делим на небольшое количество. Булочки должны подойти, большие я не хочу, поэтому я лучше сделаю побольше. Побольше количества, но поменьше размера. Теперь формуем булочки. Берем кусочек теста, его вот так вот вовнутрь подгибаем. Потом освобождаем место. Берем руку, складываем вот так вот, как курочка лапку. Кладем нашу лапку сверху на наш колобочек. И вот так вот катаем, катаем, катаем. Получается булочка небольшая. Также проделываю со всеми остальными. Подминаю все к центру, собираю тесто, выпускаю весь воздух. Перчатки стали большие. Формирую куриную лапку, ставлю и катаю, 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 катаю. Ничего страшного, что они у меня получаются разного размера. Не на выставку. Звезд Мишлена не имею.
мои любимые зрители любят говорить, что я не умею готовить, что у меня всегда все такое вечно неаккуратное и некрасивое. Ну, я не повар. Готовлю для себя. Никого, кстати, никогда не учу. У меня не обучающий канал. Я просто рассказываю, показываю, как я живу и что я делаю. У меня совершенно не кулинарный канал. У меня влоговый канал. Канал про жизнь, где я снимаю и курочек, и собачек, и рецепты, и огород, и все, что мне интересно. Все, таким образом формую все булочки. Пока греется духовка, а булочки подходят, то готовим посыпку. Смешиваем масло, сахар и муку. И растираем все это в крошку. Масло должно быть из холодильника. Греть его предварительно не нужно, но и не из морозилки. Все, крошка для посыпки готова. Булочки готовы. Они получились просто великолепные. Конечно, они не все одинакового размера, не все одинаково ровные, но они мягкие. Я уже, естественно, сняла пробу. Внутри очень-очень-очень-очень мягкие, очень рыхлые. Дрожжевая выпечка на сыворотке мне нравится больше, чем на молоке. Она более нежная. Попробуйте как-нибудь приготовить на сыворотке, вы почувствуете разницу. И, кстати, выпечка на сыворотке, она не так черствеет, как выпечка на молоке. В общем, мне нравится намного больше. Булочки очень вкусные. Кстати, у меня осталась посыпка, потому что ее здесь много. Я ее заморожу и буду использовать в следующий раз при готовке булочек. У меня начал лучок прорастать. Активно так. Он без досветки, стоит просто на окне. Сегодня вечером поставим стеллаж с Сашей и включим ему подсветочку. Потому что солнечного света ему не хватает. У нас на улице пурга опять метет. Ужас какой. Котейки спят на подоконничке, да, мои хорошие? Хочу сейчас рассаду показать. Погода, конечно. Ужас. Метель. Опять метель. Чем я занимаюсь? Значит, я крашу шкаф. Да, хочу из него буфет сделать. Здесь у меня два слоя этой грунтовки. Вот так вот он лучше выглядит. Два слоя грунтовки. И сегодня собираюсь уже красить краской. Не знаю, как будет время. Вот солнышко светит, метет. Не видно, наверное, да, что метет. Наверное, не очень виден снег с этого окна. Но метет очень-очень-очень сильно. Прям такой снег валит и солнце. Хочу показать немножко рассады. Значит, что у меня? Все уже взошло, мне немного некогда. Я тут занялась переделками, поэтому видео не снимаю. Решила вот сейчас как-то на связь немножко выйти. Лук-порей зашел, и он продолжает сходить. Тут можно видеть, есть маленькие петельки. Все с ним хорошо, некоторые уже пора стричь, он уже немножко ложится. Из перцев, значит, что у нас зашло? Самый первый зашел садовый перец. Здесь все 4 контейнера, это своими семенами перчик. Потом зашел йорк, вот он. Зашел, значит, Калифорния, и последний вот сходит Техас. Но с перчиком все хорошо, стоит под фитолампой, немножко тянется, но никуда без этого. Здесь у меня лаванда, я ее только достала со стратификации. Вроде видно, вот она потихонечку начинает прорастать. Не знаю, насколько это видно на камеру. Еще на одном ярусе у меня, значит, тоже стоит перец. Это перец, который еще не взошел.
из таких профессиональных пакетиков, поэтому он сходит дольше. А вот он, острый перец, который я заказывала у коллекционера. Здесь тоже все хорошо. Все всходит. Конечно, опять-таки он тянется. Мой острый перец с моими семенами еще сидит. Еще пока только начинают сходить. Знаете, что мне нравится? Что мы, когда поменяли отопление, я перестала использовать любые подогревающие коврики, потому что тут очень тепло, хорошо, и все прекрасно всходит. А здесь у меня, значит, земляничка. И сейчас покажу. Смотрите, видите, земляничка тоже начинает всходить. Не теряя фокус. Маленькая, но уже всходит. Так что все хорошо, все растет. Нужно срочно сажать баклажаны и сельдерей. Но я пока еще пока не дошла до этого. Все, снег перестал. Буквально вот пару минут прошел и кончился снежок. Что вам еще показать интересного? Смотрите, до сих пор цветет декабрист, весь в цвету. А знаете, какой самый главный секрет цветения декабриста? Я его поливаю из-под крана, и он у меня всегда цветет.